Все флаги к нам. Пермь, Александровск, Чайковский, Соликамск и Оса. Сегодня в ФОК Любимов съехали сборные девочек 2010-2011 года рождения. Их ждет 3 дня соревнований в рамках турнира «Кубок Верхнекамья». Учебный год едва успел начаться, у волейболистов уже первый крупный турнир. Эти состязания покажут плоды летних тренировок и какие команды наиболее подготовлены к основным соревнованиям. Турнир этот у нас ежегодный. Раньше мы его называли фестиваль волейбола Верхнекамья, но с этого года это будет у нас первый кубок именно для среднего возраста, а фестиваль Верхнекамья мы оставим для младших. К слову о командах, первыми играют воспитанники школы «Лидер» и сборная «Олимпиец» из Соликамска. Пока одни сражаются на площадке, запасные с трибун скандируют кричалки в поддержку. У боевых кличей есть своя особо важная задача. Для своих – это поднятие боевого духа, для чужих – чтобы сбить с толку и подачи были менее четкими. Такие практики мы сегодня заметили и у гостей, и у наших спортсменов. Как противник? Сильный, не сильный? У нас в Соликамском очень частые, получается, игры. Мы с ними чаще всего играем, и довольно сильная команда. С ними очень интересно играть, потому что они сильные. Кто будет владеть кубком Верхнекамья, узнаем уже в эти выходные. А пока поддержим березняковские сборные. Игра с Соликамском далась тяжело. Гостям удалось выиграть несколько встреч. Всего сегодня сыграли 6 матчей. Победителя узнаем уже в это воскресенье. Евгений Казанцев, Даниил Буторин. Новости Верхнекамья.